Павлодаре начали штрафовать магазины, которые до сих пор торгуют вейпами. Вот уже почти две недели, как в стране категорически запрещена их реализация. Но только за один день было изъято почти 300 одноразок. Запрет на торговлю вейпами действует с 20 июня. И вот теперь ответственные органы проверяют, как магазины исполняют закон. Рейды по торговым точкам в Павлодаре, например, решено проводить ежедневно. И как долго они продлятся, пока не уточняется. Тем, кто продает вейпы и комплектующие к ним, грозит штраф 730 тысяч тенге или 15 суток ареста. А вот того, кто решится ввести одноразки в Казахстан, могут заставить платить сразу 7,5 миллионов тенге или отправить в колонию на 2 года с конфискацией имущества. Вейп, она является теневой экономикой. То есть она нигде не регистрируется, нигде ее не видно. На нее, как бы сказать, официальные счета, фактуры, ИСИ, какие-то сопроводительные документов нет. Выявлять будем, потому что, вот мы, я же говорю, совместно с ДГТ области мы ежедневно будем мониторить. Будут определенные рейдовые группы выезжать, смотреть по основным массовым скоплениям людей, грубо говоря, торговый центр, ну где возможно, там будут отрабатывать.